Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Паоло Доменико Фенолия «Иосиф и жена Потифара». Холст масла 232 на 193. Доменико Фенолия – известный итальянский живописец раннего барокко. На примере данной картины видны основные черты стиля, подчеркнутый реализм, материальность в изображении предметов, мощное стремление к натуре. Основным средством передачи объема становится смелый контраст света и тени. Я пользуюсь описанием, которое я нашел в интернете. Сюжет об Иосифе и жене Потифара стал тогда очень популярным. Жена хозяина Иосифа, находившегося в рабстве, возжелала прекрасного юношу. Тот вырвался из объятий женщины, а она ложно обвинила его в насилии и заточила в тюрьму. Художника привлекла возможность изобразить сильную страсть женщины и моральное совершенство Иосифа, обыграв контраст похоти и стойкости мужского и женского начала. Вот такое описание нашел в интернете его картине Паоло Доменико Фенолия «Иосиф и жена Потифара». Все, всем пока, всем привет, до свидания. Что-то узнали нового, посмотрели картину.